Всем привет! Сегодня небольшое видео, и это будет обзорчик на платье. Что за платье? В общем, я в 13-м каталоге нашла крутейшее платье. Я его видела в реале, когда была в главном офисе на клубных встречах. В общем, там это платье лежало на столе, его можно было посмотреть, пощупать, потрогать, померить. В общем, мне оно очень понравилось, я решила маме такое платье заказать. И когда я его получила, я, естественно, очень обрадовалась. Думаю, вот, я сейчас принесу этот подарок, и ура! Но не вышло так, как хотелось. В общем, все хорошо. В принципе, все то же самое. Но когда платье делала моя мама, мы заметили то, как бы, то полностью перечеркнуло все хорошее от него впечатление. В общем, платье вот такое. Это такая теплая ткань, искусственная. Сзади на замочке, в общем, она вот так вот выглядит. Вполне прикольно выглядит. Мама учительница в школе, для нее это очень, ну, реально прикольный вариант платья. Действительно, на уроке хорошо ходить в таких платьях. Оно ниже колена. Вот эти вставочки хорошо подчеркивают именно фигуру. Класс. Села хорошо. Ребята, но есть одна проблема. Мне сейчас трудно показать, но я после самого обзора вставлю видео, ну, как это платье сидит на маме, я там пальцем показываю. Там на вставочках внизу, то есть в таких вставочках, оно очень тянет. Вот оно даже тут вот так заметно, видите, вот это вот. Оно все топорщится и очень некрасиво выглядит. То есть платье хорошее с виду, красивое. Цена этого платья по каталогу 999 гривен. Со скидкой представителя, там оно мне где-то за 800 гривен зашло. В общем, делаю возврат прямо сейчас, завтра несу на почту, отправляю, потому что, ну, никуда это не годится. И за 800 гривен такое хорошее платье. И с такой проблемой это, конечно, печально. В общем, дальше на моей маме вы увидите, вы поймете, о чем я говорю, потому что вот так вот на руках неудобно показывать. Я, конечно, попробую, но немножко неудобно. Просто вот так, когда вы смотрите, вроде все хорошо, вроде ничего нету. Слегка видно, вот тут получается вот эта линия, она тянет, натягивает. И вот здесь начинает вот это вот скомкиваться и некрасиво выглядит, очень некрасиво. В общем, посмотрите, по себе платье хорошее, красивое, симпатичное. Везде более-менее хорошие швы, но вот эта вот печалька меня очень разочаровала. Смотрите, как это платье выглядит на моей маме, и спасибо за то, что были со мной пару минуточек вашего времени. До новых встреч!